Приветствую всех, Job School, с вами я, Достан, и мы продолжаем учить английский по фильмам. И сегодня мы с вами разберем фильм, который называется La La Land. Это у нас мюзикл, так что у нас будет разбор песни. А, конечно же, полный фильм вы можете посмотреть на сайте puzzlemovies.com. Ссылка будет в описании к этому видео. Там вы можете найти также личный словарь и двойные субтитры, конечно же, да? А мы начинаем наш разбор. Are you shining just for City of Stars? Are you shining just for me? City of Stars, are you shining just for me? Город звезд, только для меня ли ты сияешь? Are you shining? Это у нас вопрос в present continuous. Утвердительным у нас будет You are shining. Ты сияешь. То есть мы должны поменять местами are. Are you shining? Это у нас вопрос. И you are shining. City of stars, there's so much that I can't see. City of stars, there's so much that I can't see. Город звезд. Столько всего я не могу увидеть. Who knows? Is this the start of something wonderful new? Who knows? Кто знает? Is this the start of something wonderful and new? Начало ли это чего-то чудесного и нового? Or what? That I cannot make true. Or one more dream that I cannot make true. Или еще одна мечта, которую я не могу сделать реальной. City of stars, just one thing everybody wants. City of stars, город звезд. Just one thing everybody wants. Именно то, чего все хотят. There in the bars, там в барах, or through the smoke screen of the crowded restaurants, или сквозь дымовую завесу переполненных ресторанов. It's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. It's love. Это любовь. Yes, all we're looking for is love from someone else. Да. Все, что мы ищем, это любовь кого-то другого. Look for – это у нас фразовый глагол, который означает искать что-то. К примеру, I have been looking for you all day long. Я искал тебя весь день. A rush – трепет. A glance – взгляд. A touch – прикосновение. A dance – танец. Look in somebody's eyes to light up the skies. Взгляд в чьи-то глаза, которые озарит небеса. To open the world and send it real. A voice that says I'll be here and you'll be alright. To open the world and send it reeling. Откроет мир и заставит его пошатнуться. A voice that says, голос, который говорит, I'll be here and you'll be alright. Я буду рядом, и ты будешь в порядке. You'll be, это у нас you will be, ты будешь в будущем. I don't care if I know just where I will go. Мне все равно, знаю ли я, куда именно я пойду. I don't care, мне все равно. Не плевать. Cause all that I need is that crazy feeling, a rat-tat-tat of my heart. Cause all that I need is this crazy feeling. Потому что все, что мне нужно, это безумное чувство. Cause это у нас сокращение от because. A rat-tat-tat on my heart. Тук-тук-тук в моем сердце.
Тут у нас омонтопея, слово, являющееся звукоподражанием. Rat-tat-tat, тук-тук-тук. Еще примеры? Глаголы типа квакать, кукарекать, гавкать, мяукать. I think I want it to stay. Кажется, я хочу, чтобы оно осталось. Now we are going to listen to this song one more time without subtitles. City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? Is this the start of something wonderful and new? Or one more dream that I cannot make true? City of stars, just one thing everybody wants. There in the bars, or through the smokescreen of the crowded restaurant. Ну, на этом все. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, рассказывайте о канале своим друзьям. Также не забывайте оставлять свои комментарии, какие фильмы вы еще хотите посмотреть. Еще раз напоминаю, что вы можете посмотреть этот фильм на сайте, ссылка будет в описании. А мы увидимся уже скоро. See you next time. Bye-bye.